31 мая. Мы работаем, не отдыхая. Суббота. Все бухают, а мы пашем. Да, Алекс? Пошли, заходим, еще смотрим квартирку в Сан-Бласе. Сан-Бласе. В прекрасном районе, где за 40 тысяч квартиру не найти. Огромный подъезд. Вот такой подъезд. Не буду я его описывать. Просто сниму. Поднимаемся. О, какая интересная конструкция. Ку-ку. А через эту дырку можно спокойно поднимать мебель, если что. Третий по-испански, кажется, четвертый по-русски. Посчитайте сами, я сам сбился уже. Так, заходим в квартиру. Смотрим лестничную площадку, ее как таковой нету практически. Опа. И нет соседей, друзья. Офигеть. Так, дверище. Великолепное дверище, ничего не могу сказать. Полностью безопасная. И даже есть защелочка. Так. Так, что у нас здесь? Квартирка, я вижу, под ремонтик. Здесь, кажется, ничего не сделано. Широченный проход. Сколько? 1,20 м, 1,30 м. Широченный. Ах, какой коридор хороший. Привет. Привет. Ты здесь живешь, что ли? Нет. Почему? Я бы на твоем месте уже купил эту квартиру. Сразу, как только зашел. Смотрите, какой коридор. Бомба! От коридора налево. Заходим и видим залище. Мама мия. Зал большой. Сколько метров, не знаю. Но большой. Мебелюшка старенькая. Старенькая. Так, отходим сюда. Ремонтик надо делать. Старые жалюзи. Так. Вентилятор. Кондиционера не вижу. Мебелюшка старенькая. Пошли сюда, выходим на балкон. Ух ты! Так, здесь у нас вот такие, друзья, виды. Виды, конечно, здесь что-то когда-то будет построено однозначно. Кризис наступил, так сказать, на яйца бизнесу, и все заморозилось. Но кризис кончается. Уже вы можете посмотреть статистику, что Испания уже не берет кредиты, ничего не берет. Поэтому кризис-то реально кончается. Смотрите, какой балконище. Обалдеть. Смотрите, я в шоке. Шикарный огромный балкон. Один выход на балкон. И второй с другой комнаты. Эти старые. Ну что, можно бы сказать так, что открытые хорошие виды. Нормально. Пошли назад. В этой комнате я был. Вернулись в коридор, пошли налево. С этой комнаты есть выход на балкон. Видите, мы не стали, жалюзи плохие, пластиковые. Вижу, надо менять. Огромная, ой, господи, кухня. Комната такая же, как зал. То есть, это вообще, это восхищает. Так, пошли сюда. Проходим по коридору. Еще раз разворачиваюсь, показал вам две комнаты. Раз, зал. Вторая комната, там балкон был. Пошли направо. С перемычками этими проход. Кухня. Ого-хо. Кухня. Сразу на глаз вижу хорошее состояние кухни. Нормальная плитка. Чуть-чуть подновить, расшить, а то и не надо. С этой кухни еще балкон на патио. Вон он. Вот такие вот видосики с него. Заходить не буду. Надоело. И показываю вам большую кухню. Если она большая, я и говорю большая. Здесь метров 12, а то и больше. Посмотрите, стоит полукруглый стол. Он метр с лишним где-то, да? И еще есть место для прохода. То есть холодильник нафиг туда. Там сделать окно. И будет у вас здесь шик, блеск, красота. То есть 4 человека садится и кушает вообще без вопросов. Эту квартиру, думаю, в этом районе
после наведения порядка, ремонта, спокойно сдавать в аренду. Спокойно, без разговоров. Цена хорошая. От 450 евро, я думаю, в месяц. Проходим дальше по коридору, видим душ. Душ. Плиточка хорошая, нормальная. Нигде не вижу ничего отвального. Надо поставить стеночки для душа. Сделать там чуть-чуть, может, подмазать, подкрасить на окне. Пошли дальше. Хорошая дверь. Все нормально. Пошли. Заходим сюда. Еще видим комнату. Леш, сколько она квадратуры? 137 квадратных метров квартира. 137. Это очень неплохо. Я бы сказал, что это редкость. Скажу честно. Прошли сюда по коридору и обнаружили еще одну санузлу. В этом санузлу есть ванна. Тут даже может джакузи типа воткнуть, а? Да, смотри. Хорошая ванна, кстати, вообще нигде не отбитая, ничего. То есть ее надо просто навести порядочек. Где-то замасить, может быть, там. Вот такие мелочи. Плитка держится, я вижу, все хорошо. То есть разобраться с этой квартирой. Ремонта здесь, да немного, совсем немного. Можно заезжать и жить, я бы так сказал. Да, большая ванная, большая. Ну, сами посмотрите. Можно даже ее еще длиннее сделать. Так, понятно, что мы прошли всю эту секцию. Высокие потолки. Во, рука где? Вот, видите? Пошли сюда. Попадаем еще в одну комнату. Еще в одну. Мама мия, квартира просто огромная. И район хороший, и дом отличный. Нет кондиционеров, друзья, стоят в каждой комнате вентиляторы. Так, и еще комната. Да, велики и самое интересное, еще один балкон, обалдеть. То есть два патио, здесь территория просто фантастически огромная. Там еще шкаф, смотрите, не хочу выходить, да? Двери старенькие, вот эти. И комнатища. Ну, я бы сказал, что здесь по этой хате можно ездить на мотороллере, наверное. Обалдеть. Просто огромная. Вентилятор. Так? Так. Заглядываем еще раз туда в патио. Ну что? Слов у меня нет от размеров. Потолки те же самые высокие. Эту квартиру сдавать вообще без разговоров в аренде. Все, друзья, на этом я закончил обзор этой фантастической огромной квартиры. Редко здесь, в Аликанте, увидишь такого размера. Я имею в виду в старой части города. Это все-таки не 5 лет дому этому. Думайте. Покажу вам этот домик, други. Сюжет закончен. Adios, amigos!